Будет ли Третья мировая война? Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. То, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, но глобальных не было конфликтов. Глобальных. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга.